Дорогие друзья, я рад всех вас приветствовать. Я прерываю свое такое довольно долгое молчание роликом про армрестлинг. Я должен вам сказать, что вчера ночью, когда я просматривал свой инстаграм, мне написал мой друг Владислав Мостовой, где скинул очень и очень интересный поединок. Пока что не скажу, что это был за поединок, однако я сказал, этот поединок нужно разобрать, и он будет очень интересен для разбора. Но, как выяснилось, все-таки из нашей дальнейшей беседы у все-таки зрелищного матча, у этого, о котором идет речь в армспорте, была довольно интересная предыстория, о которой тоже сегодня нужно сказать. Одна личность, одна звезда, новая, молодая. Одна личность, одна звезда, уже элитная, ветеранская и... Что еще можно сказать действительно про Джона Берзенко? Уверен, вы все его знаете, поклонники армрестлинга. Ну, а я хотел бы начать свой сегодняшний рассказ с демонстрации матча. Сейчас я переключусь. Вот даже лучше, наверное, сделать вот так. Значит, мы видим сейчас перед собой двух атлетов. Слева молодой, 23-летний на текущий момент атлет Чэнь Шоу, да. Справа, соответственно, вы, возможно, его узнали, возможно, нет, это Тодд Хатчинс. И, значит, данный поединок датирован 19 ноября 2020 года. Это канал Top Roll King Productions. Что мы здесь должны увидеть? Чэнь Шоу. Человек, армрестлер, о котором пока что, вот особенно в Рунете, насколько я понимаю, мало кто знает. Это атлет, сравнимый, я полагаю, с нашим, точнее не нашим, а с российским атлетом, с русским атлетом, которого называют Schoolboy, школьник, потому что Чэнь Шоу, он также молод, он амбициозен, он техничен, и он, по заверениям многих людей, которые компетентны в сфере армспорта, имеет большое будущее. Давайте посмотрим, начнем наше... Издажение с борьбы его и Тодда Хатчинса. Вот мы видим атлеты. Первое, что можно отметить, грамотная постановка за столом Ченса, да. Грамотное давление в бок. Мы видим, заложил хороший такой, немножко, мы видим, что прежде всего это не какой-то турнир, это просто спортсмены встали пободаться, однако все-таки даже вот такие вот поединки в исполнении Ченса, а в числе прочего данный ролик это знакомство вас с данным атлетом, они интересны. Поэтому давайте продолжим просмотр. То есть мы видим, занимается жесткая позиция, выставляется в довольно удобное положение. Здесь Тодд Хатчинс пытается продавить низом центр. Чэнь Шоу выходит больше через верх. Мы видим заряженную пронацию, пытается пронировать и помогать себе таким пронирующим давлением в бок. То есть вот уже здесь можно видеть, что такой боковерх у Ченса, такой вот довольно интересная борьба, довольно эффективная борьба. В свое время так боролся, где-то использовал подобный стиль Андрей Пушкарь, и я думаю, всем понятно, что он эффективен. А вот Тодд Хатчинс больше тащит крюковым таким боком, пытаясь воздействовать больше через вот мизинец и безымянные пальцы. Да, обратите внимание. То есть это как бы крюк, но как бы и не крюк. То есть все-таки, да, положение крюковое, однако основное давление осуществляется в бок. Ченс при этом, обратите внимание, как он защищается довольно грамотно. Он, защищаясь, он не отдает руку, а он отдает весь корпус. То есть можно сделать вывод, что атлет очень, несмотря на то, что он юный такой, знаете, молодой, видно, что он довольно подкован в техническом плане. Давайте посмотрим дальше. Видно, четко блокирует пронацией кистью. То есть даже не боком, даже не бицепсом. Уже можно сделать вывод, что атлет такой больше заточенный под верховую борьбу. Сопротивляется, но тем не менее отдает. Ну, здесь понятно, что можно только предполагать и в завязках. То есть вот чисто силовая борьба. Выставился очень интересно в завязках. То есть, в общем-то, можно сказать, да давайте вот здесь вот сделаем стоп-кадр, посмотрим. Что все-таки мне кажется, что у Ченса, атлет, который слева, более выгодная у него позиция и больше вариантов для... атаки и защиты. Тодд Хатчинс же больше выставляется под такую крюковую борьбу. То есть видно явно, что у него гораздо ниже находится запястье и кисть.
Продавил, но Ченс... Вы понимаете, вот если брать верховое защитное положение Ченса Шоу, все-таки оно больше подходит для активной обороны, когда спортсмен, обороняясь, выполняет одновременно навстречу сопернику какие-то активные действия. Для вот такого пассивного противодействия, ну, в общем-то, я думаю, знатоки армрестлинга согласятся, что это часто не выход, если мы говорим про борьбу. Как правило, конечно, атлетам нужно активно противопоставлять какие-то действия, а не просто, заняв какое-то положение, пытаться его удержать. Взял более глубоко Чин Шоу. Видим, пытается пробивать верхом. Зарядил хорошо пронацию, сгибание, зарядил хорошо плечо. То есть видно, что технически довольно-довольно неплох. То есть да, проигрывает Тодду Хатчинсу здесь. Но, конечно, Тодд Хатчинс это Тодд Хатчинс. Вот, наша задача здесь как бы, да, осуществить вот такое первичное знакомство с данным армрестлером. Посмотреть на его технику, на его силу и на другие моменты. Вот видите, включил скорость, но низом чуть-чуть заблокировал Тодд Хатчинс. Вверх Чейнс ушел и... Интересная получается такая заруба. Этот поединок, напоминаю, датирован ноябрем прошлого 2020 года. И я думаю, уже много выводов можно сделать вот, относительно того, что за личность, что за армрестлер и вообще, да, какими навыками обладает. Давайте посмотрим поединок уже в рамках соревнований. Ченса Шоу против Ника Зины. Ник Зина, такая вот интересная, можно сказать, русская фамилия Зина. Вот, вот у нас рефери-захват, спортсмены уже находятся в увязке, да. И давайте посмотрим, что здесь будет. Немножко потерял пронацию Ченс Шоу, это, кстати, распространенная ситуация в лямках, но боковым давлением добивает все-таки довольно сильного тяжеловеса Ника Зина. Ну и, собственно, да, продолжим просмотр. Это... Что-то у меня запустилась реклама где-то. Наверное, вот здесь я ее остановлю. Значит, это Midwest. Это соревнования, которые проходили в США. Снова мы видим Ченса Шоу. И соперника его здесь не видно. Но я думаю, сейчас вы все увидите, кто это. Потому что это тоже ветеран. Тоже довольно известный армрестлер. Давайте посмотрим сам поединок. Вот, я думаю, вы все уже узнали его. Это Рон Батт. Да, сопротивляется активно пронации. У Рона Бата провалилась здесь кисть. Он удержал как бы пронацию, но Ченс Шоу в явно более выгодной позиции находится. И давайте посмотрим, чем же закончится данная борьба. Активно додавливает боком. Есть победа Ченса Шоу. Это, собственно, соревнование Midwest. Значит, ну здесь еще будет пара поединков, но интересно нам, конечно же, еще один поединок. В предварительных Ченс Шоу проиграл, и вот еще один финальный поединок с Роном Батом. Видно, что Ченс, ну, непонятно мне, то ли отдал руку, то ли что произошло, все-таки, да, проиграл. Но, тем не менее, можно опять же сделать вывод, это уже март 2021 года, что действительно, опять же, с топовыми такими крутыми рукоборцами Ченс Шоу борется. Довольно интересно. Вот есть также видео, где, опять же, такая дружеская заруба. Уже, думаю, вы также все узнали сейчас этого рукоборца. Майкл Тодд. Майкл Тодд. Вот они выставляются. Опять же, здесь без старта. Просто спортсмены сейчас будут бодаться. Давайте посмотрим уже с этим армрестлером, как поведет себя молодой Ченс Шоу. Видим, выставляется довольно грамотно, старается повыше выйти. То есть, все-таки понятно, что акцентируется он больше на верховую борьбу. И вот продавливает боком Тодда. Тодд, видимо, озадачен. То есть, озадачен. Видно, что не ожидал, вероятно. Не ожидал, отдал на захвате немножечко кисть. Отдал немножко фронт. И из-за этого оказался вот такой вот незавидной сейчас ситуации. То есть, мы знаем, что... Майкл Тодд может держать долго и нудно вот это положение, может вытаскивать. Но, тем не менее, конечно, все-таки, я полагаю, лучше в такое положение не попадать. А Ченс Шоу сейчас может вставиться хорошо трицепсом, но не делает этого. Видимо, что просто рассчитывает на свое боковое давление, на пронацию. Давайте посмотрим на исход, потому что, опять же, можно констатировать, что Майкл Тодд, да, ну, просто перестали рубиться. Но можно констатировать, что Майкл Тодд может держать довольно долго. Вот они повторно выставляются.
Да, опять же, такой закулисный бой в данной ситуации. Немножко провалилось отведение у Чанса Шоу. Но, тем не менее, пронация не держит почему-то у Майкла Тодда здесь. Возвращает легко отведение Чен Шоу и продолжает как бы взаимодействие боком. Ну, все-таки вот Майкл Тодд как-то не очень смотрится, если честно. Это уже тоже март текущего года. Видим, да, что Майкл Тодд, ну, как бы, оказывается в проигрышном положении, не добарываются атлеты, вот, ну и, в общем-то, все понятно. Посмотрим другой поединок, вот тоже здесь многочисленные тяжи выступают против Ченса. Это уже июнь 2021 года, видно, что он такой заматеревший какой-то, такой, не знаю, да, довольно крупный. И давайте посмотрим на его борьбу, вот уже чисто такую в соревновательных условиях. Первый поединок выиграл довольно легко. Видно, что выставляется больше с акцентом под пронацию. Довольно типичное выставление для атлетов, у которых высокое длинное предплечье. Потому что я бы вот так, например, выставляться не рискнул. Вот, ну и давайте продолжим просмотр. Посмотрим, как же будет дальше здесь борьба. Это атлет, похожий на Дэйва Чаффи, но это не Дэйв Чаффи. Это Крис, я не помню уже фамилию. Довольно тоже крупный стрэп-матч объявляет рефери. Давайте посмотрим, чем закончится данный поединок. Ченс Шоу готовится пожать руку. Видно, что такой, вы знаете, несмотря на то, что он толстоват, такой жирноват, но все-таки пальцы не залиты, пальцы держат. Можно предполагать, что спортсмен натурашку, можно предполагать, ну, конечно, что мы наверняка ничего не знаем, да. Ну и давайте посмотрим, как отборется в завязочках. Устанавливает атлет и захват. Не хватает, мы видим, глубины немножко захвата. Обхватывает, но все-таки видно, что пытается поглубже. Ченс Шоу выставляется под пронацию. Выставляет рефери. Плечи, конечно, есть нарекания по плечам. Спортсменов плечи вообще не выставлены. Ну и давайте посмотрим на исход. Посмотри, очень сильно заряжено плечо рабочей руки. Дорогие друзья, если вы выступаете на соревнованиях, и вы можете зарядить плечо рабочей руки вот так, и вас рефери при этом не выставляют параллельно линии стола, обязательно пользуйтесь этим и максимально заряжайте плечо рабочей руки. Ну что мы видим? Выставляют фаланги. Хотя, в общем-то, я бы выставлял прежде всего плечи. Второй рефери непонятно вообще зачем здесь. Ну, давайте смотреть. Долгое такое выставление довольно-таки. Ну, еще не самое долгое, какое могло бы быть. Легкая победа Ченса Шоу. Кстати, когда спортсмен выставляется вот таким вот образом, с проваленным отведением, это действительно интересный способ немножко зарядить кисть на сгибание. Потому что рефери все-таки это будет видно хуже, чем вот в таком положении, да? То есть в такой ситуации под сгибание гораздо проще зарядить. Видим, что, не знаю, да, фамилию спортсмена, если можно его так назвать, довольно тучный. Легко пытается ставиться в крюк, но не получается. Довольно легко побеждает его Ченс Шоу. Еще один довольно видим, насколько больше этот спортсмен. Не знаю фамилию тоже. Но он уже, нельзя его назвать, да, таким, скажем так, видно, что он здоровый. Разрыв захвата. Давайте посмотрим дальше. Ченс такой интересный в рубашечке. В рубашечке такой мальчик в очках. Чем-то, вот я не знаю, чем-то он мне очень сильно похож на Скулбоя. Выставляется точно так же под пронацию. Отведение провалено. Немножко натянул под конец. Но смотрите-ка. Elbow foul у спортсмена справа. Но все-таки озадачен Ченс Шоу был, видимо, этим выпадом таким, да? Давайте посмотрим, что же будет дальше. Я немножко, с вашего позволения, мотну. Уже 15 минуток у меня на хронометраже. Заблокировала пронация и пальцы Ченс Шоу. Видим, да, сползли. То есть, конечно, вот такое положение пальцев, когда они упираются. Да, давайте я покажу вам, чтобы вы... Вот, видите, да? То есть, пальцы не обхватывают сильно руку соперника, да? Давайте вот отсюда. А они собраны как бы вот здесь. Это очень невыгодное положение. Конечно, желательно обхватывать, потому что так точка сцепления больше, пальцы сложнее открыть. Но в таком положении, конечно, сопротивляться адекватно верховому давлению трудно. Видим, что Чен Шоу, опять же, вставляется под свою любимую, как мы уже могли понять, пронацию здесь. Снова фол, победа Ченса Шоу. Ну, как-то
позорно слил поединок по фолам, не знаю. Снова, это, видимо, был предварительный, видимо, это финал. Данное видео с канала тоже Ченса Шоу, у него есть канал, можете подписаться, выложу ссылочку в описании. Разрыв захвата, ну и давайте посмотрим, будет ли увязка. Опять что ли был фол, я просмотрел. Элбо фол, да, показываю спортсмену слева, что-то опять фолит, что-то прям хронически фолит, не может держать локоть. Но все-таки, да, на голову сильнее Ченса Шоу, мы видим. Ну и довольно интересный, я думаю, многим будет интересно посмотреть, как же Ченс Шоу вел себя и как он боролся с Девоном Лоратом. Тоже закулисный поединок. Stronger than last time, говорит Девон, то есть сильнее, чем в прошлый раз. Вот они сразу же уже вяжутся, спортсмены, да, мы видим. Ну, Девон хорошо взялся, все, забрал все, что можно было. Видим, немножко подогнул кисть, забрал пронацию, забрал на себя центр. Очень удобное положение здесь для любых, в общем-то, действий. Как для того, чтобы давить, так и для того, чтобы обороняться. Вот мы видим, пассивно обороняется пока что Девон. И так, вы знаете, как-то ему тяжело, посмотрите-ка. Тяжело, тяжело. Ну, вот, да, что могу сказать про вот такое давление. Конечно, вот так вот на месте Ченса Шоу, вот так с пробитой кистью пробивать боком очень непродуктивно для бокового сухожилия. Я думаю, все армрестлеры со мной согласятся. Лучше, конечно, попросить соперника сказать, братик, ты кисть, конечно, выпрями. Я понимаю, что ты умный парень, но давай ты немножко кисть-то сделаешь возможность и мне-то побороться дашь, да? Вот, но он вместо этого добивает боком. Вставляется, ну, очень, я думаю, у всех сейчас армрестлеров, кто знает, что такое вот такая борьба с пробитой кистью, у всех них уже захрустело вот тут вот. Да, давайте продолжим просмотр. А Девон что? Ну, Девон занял хорошую позицию, не хочет ее отдавать, мы видим, да? Это, на самом деле, интересная, да, такая тактика закулисной борьбы, когда к тебе подходят и просят побороться, но ты особо бороться не настроен, и особенно выдавать свои сильные или слабые стороны, да, поэтому ты можешь просто вставиться как-то поудобнее и оказывать сопротив. Хотя я предпочитаю не бороться вообще, но все-таки такая бодня, она, мне кажется, только вредит. Видим, Девон опять взялся очень-очень удобно. Ну и Ченс пытается чисто боком, мы видим, пробивать, чисто боком. Видно, что дури вагон, молодой пацан. С Девона пот прям льется, а Ченс Шоу, смотрите, почти не потеет. Интересно. Чисто боковым пытается. Ну, очень такая борьба опасная. Давайте посмотрим еще. Опять же, да, опять же, боком, дурным таким боком Ченс Шоу пытается... Ну, тут... И травмоопасно, я вообще даже не знаю. Очень, смотрите, со стороны... Ченса невыгодное положение. Девон немножко... Но опять же, вот, да, можно увидеть, что здесь. Здесь крюк, но с явной доминацией Девона. То есть залез хорошо плечом, провалил себе хорошо центр, зарядился. То есть, ну, ничего не сделает здесь Ченс Шоу, увы. Девон играется. Играется Девон. Ну и да, понятненько, я думаю. Да, закончим с темой Ченса Шоу. Всем понятно, что парень сильный, амбициозный, уже поборолся, скажем так, с топами. Уже крут, зарекомендовал себя. Давайте посмотрим. Все-таки, да, я кусочек посмотрел. Все-таки стараюсь не смотреть эти видосы до обзора. Это канал Voice of Arm Wrestling. Значит, и называется видео «В 57 лет Джон Берзенг выглядит мощно». И здесь дается обзор армрестлерского соревнования в Юте. И что же нам говорит здесь блогер? Давайте послушаем. Is John Berzenk even human? Человек ли Джон Берзенк? Начинает изложение наш англоязычный блогер. Last week he celebrated his 57th birthday. Before... Значит, на прошлой неделе отпраздновал свой 57-й день рождения, говорит нам вот этот парень. Боб Браун, если не ошибаюсь, его зовут. Я смотрю описание к видео, вроде как так. Давайте продолжим слушать. Было анонсировано, что у него будет суперматч с Ченсом Шоу. И действительно, интересненько. Интересненько посмотреть, как одаренный молодой атлет в
выйдет и будет противостоять такому спортсмену, как Джон Брзе. И сегодня, сейчас вот мы дойдем до этого и посмотрим, да, очень интересненько. Chance super hot right now, super active. Он говорит, что Chance сейчас супер горячий, супер активный, все дела. In preparation for David Adikian and Taipei. В своей, собственно, подготовке, да, к вот этому всему действу. And then past weekend he pulled in Yuta State Championship. If you're an arm wrestler, most likely one of your goals is to meet and maybe beat. Ну, говорит, что если вы армрестлер, то это хороший, как бы для вас возможно, да, это перспектива встретиться с Джоном Брзенком за столом и выиграть его, в общем-то, да, вот в Юте, вот про, говоря про вот этот турнир. John Brzenk in arm wrestling. So, imagine, like, they have a full classes of athletes. И вот уже пошел видеоряд, мы видим слева Джон Брзенк, справа спортсмен, пытается как бы то ли верхом, то ли идти в разрыв сразу же, но Джон держит, сейчас будет объявлен срыв, захват. Вот. Давайте сразу пропустим, посмотрим на ввязку. Легкая победа Джона Брзенка в завязках. Мы знаем, что Джон Брзенк все-таки такой спортсмен, который в завязках борется очень хорошо, очень классно. Чувствует захват. Здесь мы видим, выиграл легко, полукрюком, полубоком таким вот. Давайте ложим смотреть. Все-таки Джон Брзенк это такой мэтр. Думаю, самый техничный армрестлер, какой только был и есть. Чуть-чуть пошел по пальчикам Джона, но Джон разорвался, ушел в разрыв. Хотя нет, был фол. Был фол у Джона. Перебарываются спортсмены. Давайте посмотрим. И легкая победа через бок. Удержал пальцы Джона и выиграл, мы видим, да? Ну, в то же время нам говорит, собственно, блогер, что может бороться как угодно Джон, в завязках, не в завязках, какой угодно техникой. Фол спортсмена справа. Видно по выражению лица, что почувствовал он Джона. 19 июля датирован данный видеоролик. Явно уходит в разрыв Джон. Уже, наверное, на захвате почувствовал, что соперник силен. Надо бы его блокировать завязочка. Потому что в завязках, конечно, очень важно то, как спортсмен возьмется. Как он выставится, как он расположит захват, как он расположит лямку, как он ее натянет. Поэтому здесь технический компонент также очень важен. Видим, пошел в бок. Джон держит, пытается удержать пальцы и аккуратненько боком, даже не добавляя при этом пронацию ничего, продавливает своего оппонента. Довольно интересно, я бы сказал. Снова перебарывается. Давайте я чуть-чуть промотаю. Пока они здесь бодаются на захвате, выставляются. В крюк зашел Джон, поймал. Мы видим немножко навстречу. И легко выиграл данного спортсмена. Уже без завязок. Пытается верхом оппонент Джона пройти, но не может, увы. Выставляют старт. Таким бока трицепсом пошел Джон, немножечко навстречу мы видим, и тоже победа. Значит, ну и Джон Брзенк with Chance Show, да, давайте посмотрим. Я опять же поединок не смотрел. Я понял, что вот эта нарезочка, сборочка, она будет довольно интересна повседневному зрителю, вроде вас. И решил посмотреть вместе с вами сейчас и дать свои комментарии, как это было сделано в прошлый раз, в рамках прошлого моего обзора. Давайте зырить вместе. Называют будущим American Arm Wrestling'а. Chance Show, вот он выходит, плотненький, пухленький, как-то вот поатлетичнее стал, вот, мне кажется, с прошлого раза. Такой, вы знаете, хоть и такой толстовастенький, да, мужичочек, пацанчик, но все-таки при этом атлет. При этом видно, что с железом занимается. Greatest arm wrestler in the history of the world, the
The Perfect Storm, значит, Джон Брзенк, вот он выходит в светло-голубой или в синей майке, не знаю, как хотите называть, и футболки скорее. Сразу же вяжутся. Вот интересный момент. Давайте смотреть. Что же у нас будет? Джон первым, вот это тоже важно, первым берет захват. Расположился хорошо, ракурс хороший. Видно, что Джон расположился хорошо. Чейншоу апеллирует на, значит, положение фаланг. Джон Брзенк, мы видим, не прячет большой палец в захвате. Выставляются. Чейншоу пытается обхватить, но Джон взялся высоко. Довольно взялся высоко, хоть и не прячет большой палец. Интересный захват. Рефери's grid, насколько я понимаю. Но Джон все равно высоко. Я не понимаю, как он сейчас закроет фалангу. Не выставили фаланги адекватно. В бок давит Джон. Немножко провалилась кисть, но сохранил пронацию. Джон. Интересное положение вот здесь. Потому что Чейншоу, видим, тоже, видимо, кисть провалилась. С этого ракурса не совсем видно. Положение пальцев не очень хорошее. Но Джон сохранил пронацию. Отдает Чейншоу, понимая, что, возможно, следует сэкономить силы. Отдал поединок. О, а комментирует-то Трэвис Бэджент. Вы узнали его, это Трэвис Бэджент. Я только что кусочек лица его увидел. Трэвис, как в качестве комментатора, отличный выбор. Еще и поебальнику может кому-то сходу дать. Мы знаем, что Трэвис это может. Значит, перевязывают. Чейншоу мы видим растерянный немножко такой, выражение лица. Видно, что озадачен. Отдает Джон. Ну, отдает. Видимо, понял, что захват потерял. Интересное стечение обстоятельств. Отдал. Не знаю, что он показывает. Ну, типичное вот это вот вращение головой. Что-то не нравится Джону. Видимо, то ли захват, то ли что-то. Ну, давайте смотреть. То есть, это, кстати, очень грамотный ход. Отдать поединок, когда их несколько, чтобы не растрачивать силы при невыгодном захвате. Конечно. Давайте смотреть. Ну, опять же, и не Джон не прячет фалангу. А вот здесь спрятал фалангу, закрыл немножко указательным пальцем. Рефери's grip. Не могут спортсмены выставиться. Подтянул рефери лямочку. Посмотрим сейчас, как закроют. Пошел Джон боком, и чисто боком мы видим, пробивает Чейншоу. 2-1, насколько я понимаю, счет. Интересная борьба. Разминает руку секунданты Чейншоу. Вот мы видим Трэвис опять же. Джон такой немножечко озадаченный. И выглядит между тем на свои 57 хорошо. Лучше, чем я на свои 60. Stop talking, кричит, значит, кто-то там, не знаю кто. Ага, на Джон. Понятно, что захват не устраивает. Отдал отведение, показывает, что немножко его не устраивает захват. Go hard, кричат, типа, давай жестко. Снова рефери's grip. Ну, интересно. Фронт более-менее на месте. Чейнс атакует боком, Джон пытается пронировать. Видно, кисть чуть-чуть уползла, пытается и одновременно добавляет боком. Ну, слушайте, очень-очень интересно. Пронацию кое-как держит, немножко сгибание потерял Джон Брзенк. А Чейнс, он вышел все-таки наверх. То есть, насколько я понимаю, он сейчас сверху и все равно отдает победу Джона Брзенка. Тянет руку Чейншоу. Ну, слушайте. Интересно. Оба технари. То есть это не мой разбор Скулбоя и Ларри Уилса. Оба здесь очень техничны. Вот, ну видим, что техника кунг-фу Джона Брзенка зарешала. Все-таки, да? Тоже апеллирует на захват Чейншоу. Джон ему объясняет что-то. Самое, наверное, плохое, это когда тебе твой соперник что-то объясняет, а ты внимательно слушаешь.
Да, конечно, надо думать своей головой, потому что тебе сейчас лапши навешают полные кастрюли. Рефери выставляет. Да, непонятно, чем в этот момент заняты рефери, потому что поединок такого класса, конечно, нужно все внимание. Второго судьи мы видим нет, только один судья. Но все-таки, да, надо отдать должное Джону, что все-таки он вот не как Девон Лорат тогда за кулисами забрал все, что можно. Вот, потому что фронт все-таки есть. Забрал Джон здесь центр. Но, тем не менее, да. Опять же, вот здесь видно, посмотрите, Ченс Шоу не проваливает сильно сгибание, хоть и положение пальцев, вот помните то, о чем я говорил, оставляет желать лучшего. Хотя у Джона пальцы довольно глубоко в данном положении, и он уже, мы видим, даже в сгибание зарядил, пронацию зарядил, все. Джон может завершить поединок прямо сейчас, что он, в общем-то, и делает. Снова уверенная победа Джона Брезенко. Сколько лет уже в армии, сколько накоплено там травм, там уже лечился от травм, и вообще, и все равно невероятная форма на правую руку. На левую мы знаем, Джон не настолько успешен. Победа. Победа над Ченсом Шоу. Ну, вот как-то так. Значит, что можно сказать, дорогие друзья? Надеюсь, вам было интересно. Ченс Шоу, не знаю, слышали ли вы о нем. Интереснейший атлет. Думаю, будет интересно наблюдать. И, конечно, в комментах уже многие требуют поединок со Скулбоем. Это было бы интересно. И что-то мне кажется, что Ченс Шоу выиграет все-таки. Хотя, посмотрим, поживем, увидим. Почему мне кажется, что выиграет? Потому что вот по этой динамике поединков, которая была вам представлена, можно сделать какой вывод? Что прежде всего парень прибавляет довольно быстро. Даже Демон сказал, ох, ёпта, говорит, бля, ты сильнее, чем был. Вот это да. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать. Вот такая информация сегодня вашему вниманию. До новых встреч. Пока-пока. Надеюсь, было интересно. Увидимся.